Ребята, всем привет! Мы сегодня с Колей попросили нашу подругу Наташу сделать нам самолетик за 2 рубля. Хе-хе-хе-хе. Коля, пускай! Мы тут много чего написали. Ладно, Коля, пойдем, а то уже нам сейчас свистюлей дадут. Вот. Сегодня у нас моего друга и у Колиного тоже, наверное. В общем, у нашего друга было сегодня дыра. Это у Тимошки. Да, Тимошка. Тимошка. Я с Тимошкой дружу. Ну да, и со мной как-то тоже. Когда мы пересидели, ну, как-то уже полегче. Да, не, ну все равно главное. Подумаешь, пересадка. Главное, что дружба осталась, да? Ну, очень сильно дружба, да. Ну, конечно. Из-за пересадки нельзя не дружить. Это же просто пересадка. Нет, просто не разговаривала. Я вот подумала, как она и больше. Да, я тоже так. Я, например, когда мне. Печень болит, это что это такое? Где? Где? Вот просто пальцы покажи. Здесь где-то печень. Где-то печень. Вот есть, значит, ты быстро. Значит, ты быстро идешь. Ну, что медленнее. Действительно. Не, просто когда ты вот так быстро идешь, нужно медленно. Просто он не всегда привыкает к таким нагрузкам. Типичный Коля. Я когда-то заболела печень, я. Да, поэтому всегда так делаю. Не, я камеру снимаю. Это лимонад? Да. Ну, ладно, подержи. Давай. Зато знакомишься. Hello, neighbor. Пожалуйста. Спасибо. Нет, вы что, это ж легко было открыть. Спасибо. Вы что? Мы просто вас покажем зрителям. Мне не надо. Не, ну ладно, ладно, все. Не будем, все. Ну хотя бы мы Рому сняли. Только никому не говори. Всю улицу у нас зарал, потому что никому не говори. Все списывают. Нет, ну они... А, ну да, логично. Да ладно, все равно потом забудут. Ребят, если кто видел Рому, то это хорошо. Балконы а вот под... Варя отказалась. Балконы под крышей горит. Где? Какой-то еще глаз. Где, Иря? Под крышей там еще какой-то глаз. Какой глаз? На окне там... Ну, вон, если видите, то я просто не... Я ж не вижу. Ну, если видите, то... Это похоже на глаз капселёдки. Не-не-не, это похоже на глаз мега-гиганта. На глаз коня какого-то. Да, похоже. Ладно, вперед. Ну, ребят, сегодня, как обычно, без еды будет просто барюха с Николаем и Артём. Конечно, будет. Да, конечно. Ну, зато Коля сегодня потратил 2 рубля на самолетик. Самолетик. А где он? Где он? Где он? У меня в кармане. Мы потеряли, ребята. Смотри, там какая-то будка для пехотинцев. А я сначала думал, что это какая-то пиратская бухта. Думаю, что пираты живут, что ли? Ты что, пират, что ли? Чего? Пират, что ли? Коля, подержи камеру, я хочу это открыть. Зато покривляйся на всех. Пехотинцы! Ну, лично мы как пехота первая везде, пехота лучшая в стране. Пешакалы. Пехотинцы. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, давай. Артемка жрет свой шоколад. Ага. Теперь... Че, сегодня ты будешь снимать, да? Наверное, я. Нет, ты не будешь снимать. Смотри, на бабайке загрызу. Смотри, бабайке загрызу. Нет, а ты расскажи мне стишок этот. Послушай стишок Коли. Подожди, давай назад, подожди. Смотри. Стой, смотри. Если весна, бабайки загрызут. Смотри. Не, ребят, давайте я вам уже покажу. О, Коля как-то не хочет общаться с камерой. Простите, просто криво. Вот смотри, бабайки загрызут. Бомжи это едят. Здесь благодаря я забью. Дебилы, бригад.
Он опять на выгоне. Сзади нас идут наши гости. Смотрите, каждая бабушка, когда встретила этого школьника. А вот здесь колота мусорная. Сюда, я бы сейчас пиздюлей дам. Привет, девчонки! А мы видео снимаем. Вруби какую-нибудь бесячую музыку. Вот есть китайская дуделка? А нет, конечно. Включи, надо радоваться. О, ребята. Просто громко. Ребят, нам придется отключиться. Ну, я на минуточку. Я зато музыку включу.